Черт. Кажется, я одел нехорошую футболку. Ладно, черт с ним. Продолжаем сливать рейтинг. Кстати, там, что там по Overwatch лиге? Господи, меня подняли, сука, чертовы боты. Поехали. Раскликиваемся. Один выстрел, один труп. Двойное убийство. Двойное, тройное убийство. Четыре убийства. Пять убийств. Шесть убийств. Двойное, тройное, четыре убийства. Пять убийств. Раскликался, ёпт. Двойное, тройное убийство. Блять, пиздец, руки трясутся. Двойное, тройное, четыре убийства, пять убийств, шесть убийств. Двойное убийство, тройное убийство, четыре убийства, пять убийств, шесть убийств. Двойное убийство, тройное убийство, четыре убийства, пять убийств, шесть убийств. Блять, паскуда отжимается. Двойное убийство, тройное убийство, четыре убийства, пять убийств, шесть убийств. Есть здесь более выгодная позиция для стрельбы? Двойное. Тройное, четыре убийства, пять убийств, шесть убийств. Двойное, тройное убийство. Яблочко. Двойное убийство. Двойное убийство. Тройное убийство. Четыре убийства. Пять убийств. Двойное убийство. Тройное убийство. Четыре убийства. Пять убийств. Шесть убийств. Да ёб твою мать, а! Двойное убийство, тройное убийство, четыре убийства. Двойное убийство,
Тройное убийство. 4 убийства. 5 убийств. 6 убийств. Двойное убийство. Сука! Двойное убийство. Тройное убийство. Это 4 убийства. 5 убийств. Двойное убийство. Тройное убийство. 4 убийства. Двойное убийство. Тройное. 4 убийства. Двойное убийство. Раз, два, три. Отжалось. Блядь. Двойное. Тройное убийство. 4 убийства. 5 убийств. 6 убийств. Думаю, нам пора расстаться. Двойное убийство. Тройное убийство. 2, 3, 4, 5. Вот и ты. Двойное убийство. Тройное убийство. 4 убийства. Я надеюсь, учебный полигон не считается в общее время игры на этом герое. Один выстрел, один труп. Рано. Для своих лет ты все еще видный кавалер. Небо тебя хранит, не иначе. А ты все такая же, красавица. Дива, Мерка, Мойра, блять, оверхил у них. Ренька. Как же это, как это уходит? Жанг. Кто второй ДД? Кто второй ДД? Прячется. Блять, это может быть кто угодно. Это в меня сейчас полетело говно? Вовремя я, блядь, отошел. Никакой скрытый.
блядь, с эти дорота от нагрузки толкать кто будет? Блять, где она? Похуй, я, блять, толкайте нахуй. Я не удивлен, что в меня ни одна ракета не попала. Блять, да вы издеваетесь! От меня никто не скрывается. Как раз вот. Врубай басы! Восстановите силы! Стимулятор активен! Вот это я чувствую, игра на рейтинге ниже 800, блять, народ даже грустный толкает. Я, блять, у меня кроет что ли, или она под щитом так стоит? Бах. Я натуплю. Этот цех кто? А! Вот это вам. Это должно вам помочь. Похуй. Обнулят. Блять, меня хилят в этой игре. Блять, это что, бот что ли стоит там? Я не понимаю. Убейте вы их, блять, уже, да, сука, минус 2 ДДшника, блять, вы чем, сука, занимаетесь? Давай-ка еще раз. Я, пожалуй, сегодня играю 5 игр и иду в Котор, а потом спать. Я даже спортом сейчас не могу заниматься, мне херово.
Молот, да, молот пошел. Блять, если мы эту игру проиграем, я... Нет, проиграть это можно... Эту игру можно, если я сейчас буду стрелять, как два дня назад. Хотя два дня назад я уже начал нормально стрелять. Главное, блять, раскликиваться, нахуй. Перед каждой игрой надо раскликиваться на этом герое, иначе все, блять. Сложнее этого героя только эхо. Потому что можно нечаянно, блять, скопировать вдову. Да, всем здравствуйте. Товарища нет, товарищ уехал к кубаноидам отдыхать. Блять, если что там ведь челик, блять, второй взял вдову в конце. Ёб твою мать. Он такой подумал, бля, может хороший герой? Да, хороший. Ой. А, не два. А, тактика двух щитов, они молодцы. Я ранена. Можно в меня? Спасибо. Я за тобой присматриваю. Ребята, вас там сбоку фара отстреливает. Да, типа ок, да? Она сейчас взлетит. Взлетела. Блять, это оверхил, я не могу его пробить. Как жить? Не волнуйтесь, друзья! Вы под моей защитой! Вот эта мужичка по мне! Хватит с меня ваших... Как близко к месту. Блять, ты сука, ты конченый, блять, контер-снайпер. Хотя контер-снайпер это Сомбра, но тем не менее. Вот, привлекательная награда. Эй, спасибо. Иди. А-а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 -
Начинается. Звуковой барьер памяти готов. Минус танк, минус хил. А вот и танк. Победа.
Чел, вот ты бы еще знаешь, ты бы прям... Вот он вот так вот телепортировался, блядь. Я не вижу, что там происходит. Ага. Можно мне лайк один? Один, пожалуйста, не от меня. Ладно. Метка в режиме снайпера 56%, в среднем 49%, блядь. 816. Да, кстати, я решил немножко поменять тактику. Этого человечка, правда, сейчас нет, он уехал на юга. Сейчас, секунду. Помню, что-то минимум был 803... 727 минимум было. Я почти поднялся на... Блять, ну сейчас уже я до 900 дойду максимум вот в таком темпе, а дальше все по пизде опять пойдет. Короче, у меня вариант такой. Либо я 100 часов играю на вдове, либо я дохожу до 1000 рейтинга, либо опускаюсь до 500 рейтинга. Сучья! Двойное, тройное убийство. Адье. Адьё, это ж на итальянском, она ж француженка. Что? Двойное убийство. Тройное. Четыре убийства. Сука. Я не вот так вот мышкой кручу, я её кручу вот так вот. Мне реально, блять, надо больше себе чувствительность ставить. Убийство. Серьезно, а шестое? Двойное убийство. Сука. Двойное
двойное, тройное, четыре убийств, пять убийств. Да паскуденышек, шо ж вы там засели-то, а? Двойное, тройное, четыре убийств, пять убийств, шесть убийств. Двойное, тройное, четыре убийств, пять убийств, шесть убийств. Да зараза! Двойное, тройное убийство. Двойное убийство. Да что со мной не так? Двойное, тройное, четыре убийства, пять убийств, шесть убийств. Двойное убийство, тройное, четыре убийства, пять убийств, шесть убийств. Двойное убийство, тройное убийство, четыре убийства, пять убийств, шесть убийств. Это просто раскликивание, если что, если я надеюсь, вы понимаете. Двойное, тройное, четыре убийства, пять убийств, шесть убийств. Блять. Двойное, тройное убийство. Двойное убийство. Они нормальные, это какие? Ну, кроме Counter-Strike и... Ладно, просто кроме Counter-Strike. Двойное, тройное убийство. Четыре убийства. Пять убийств. Шесть убийств. Двойное, тройное, четыре убийства, пять убийств, шесть убийств. Двойное, тройное убийство. Блять, я слышу этот выстрел, как стук в мою дверь. У меня все, у меня шиза уже пошла. Двойное убийство, тройное убийство. Двойное, тройное убийство, четыре убийства, пять убийств. Двойное, тройное убийство, четыре убийства, пять убийств, шесть убийств. Двойное убийство. Двойное, тройное, четыре убийства. Двойное убийство, тройное убийство, четыре убийства, пять убийств, шесть убийств. Не уйдешь! Двойное убийство. Двойное, тройное убийство. Музыка для моих ушей. Мне, кстати, тоже нравятся эти бахи. Да ёб твою мать! Дело не в тебе. Двойное убийство, тройное убийство, четыре убийства, пять убийств, шесть убийств. А где оно вообще ресается? Так, в домике. Что логично. Двойное. Сука! Двойное убийство. Двойное убийство. Чё-то я замедлился, походу. Я даже чувствую. Двойное, тройное, четыре, пять убийств, шесть убийств. Двойное
убийств. Тройное убийство. 4 убийств. 5 убийств. 6 убийств. Двойное. Вы прибываете к башне Лидзя. Приготовьтесь к бою. Выберите героя. А, кстати, я себе победу на ДД не засчитал. Да, ладно. Один выстрел, один труп. Для повышения шансов на выживание, держитесь рядом с моими боями. Ты же хотела просто инженером стать. Так я могу помогать другим больше. Пять, четыре, три. Ну, это, скорее всего, проигранное будет, но я верю в себя! Я верю, я верю, я верю, я верю. Вот это, кстати, очень плохо. Мне надо похилиться, блять, об тебя, хрен! Я... Блять, там у парней реакция, как у меня. Блять, далеко не лучшая позиция, если никто проходник не контролит. Вообще далеко не самая лучшая позиция. Да. Принято. А, съебываю. А, блять, не дотянулся. Сука, сука, не дотянулся. Мне надо учиться убивать сраную Анку. Ребят, я иду к вам, я иду. Блять, я зас... В какой-то помойке, блять. Блять, я Диву убил один на один, чтобы вы понимали просто. Уровень нахуй. Блять, мне тут даже залезть негде. А два shift, shift дай, дай, проеби, проеби и shift. Вы второй командное убийство.
Я покажу, как надо. Счет. 1-0. Я готова убить. Все мы хотим немного времени. Здесь я тоже, блядь, не знаю снайперских позиций. Какая же мудовая карта для снайпера. Но здесь точно будет моя любимая фара. Лети, ну лети. Я стреляю так же, как, блядь, как и раньше, нахуй. Так-то лучше. Я в неё сушку положу. Блядь, ты гений. Объект активен. Просто бог на пудже, просто бог. Опа! Опа! А, он еще жив! Ёба! Окей. Да ладно! А я не понимаю, как он не умер, блядь! Его просто так идеально при...
Блять, можно я сегодня не буду спортом заниматься? Я что-то прям вообще никакой, блядь. На, надо две победы себе засчитать. Извините. Извиняюсь. Звездно-мохнатый. Надо пить меньше один газировки. Выстрел, один труп. Двойное убийство. Двойное убийство. Тройное убийство. 4 убийства, 5 убийств, 6 убийств. Ну тут я уже руку набил на этом месте. Двойное, тройное убийство. 4 убийства, 5 убийств, 6 убийств. Двойное. Единственное, в чем может быть проблема, то что у Трейсер очень маленькая головка. 5 убийств, 6 убийств. Надо побольше кого-нибудь поставить. Точнее, даже не побольше, а потолще. Адье. Двойное убийство. Тройное убийство. 4 убийства. 5 убийств. 6 убийств. А если еще кого потолще поставить? У кого... Нет в игре, по-моему, персонажа, у которого 275 хп, но есть тот, у кого 300 хп. Сколько у него там осталось? А, я не ваншочу Бастика, вот понимаете, да, понимаете? Может, все-таки поднимите хотя бы, блядь, на 5 пунктов урон, блядь, с этой винтовки. Ладно, остановимся на 250. Двойное убийство. Тройное убийство. 4 убийства. 5 убийств. 6 убийств. Что? Двойное убийство. Тройное убийство. 4 убийства. 5 убийств. 6 убийств. Двойное убийство, тройное убийство, 4 убийства, 5 убийств, 6 убийств. Двойное убийство, тройное убийство, 4 убийства, 5 убийств, 6 убийств. Двойное убийство, тройное убийство, 4 убийства. Блять! Двойное убийство, тройное убийство, 4 убийства, 5 убийств. Двойное убийство, тройное убийство, 4 убийства, 5 убийств, 6 убийств. Двойное убийство, тройное убийство, 4 убийства, 5 убийств, 6 убийств. Почему я 7-м патроном промахиваюсь? Двойное убийство, тройное убийство, 4 убийства, 5 убийств, 6 убийств. Двойное убийство, тройное убийство, 4 убийства, 5 убийств, 6 убийств. Двойное убийство. Двойное, тройное убийство.
Тройное убийство. 4 убийства. 5 убийств. Двойное убийство. Приготовьтесь к обороне. Выберите героя. Один выстрел, один труп. Сейчас тут тяжело будет. 30 секунд до атаки. Между нулевой и первой позицией. Блять, какие же охуенные текстуры, а? Блять, я ни одной ешки. А, не поставил, дуралей. Мягко говоря. Иди ты в задницу. Пусть пока постоит. Это тоже пусть пока постоит. Вот ты паскуденыш, а! Нашел головку. Давай-ка еще раз. Тебе больно? Попробуй-ка занервничать! От меня никто не скрывается. Хомяку как бы плохо, женщина! Ай, похуй! Эй, похуй, я мерка! На рейтинге... Ой, ё, блядь, сука! Иди в задницу. Хомяк там стоит, наверное, охерел, блять, кто его так простреливает? Почему с двух выстрелов у него минус все лицо? Почти. Да, да, да. Молодец, молодец. Тебя кэп еще сделай. Продолжается. Аллах!
А мне срать. Смерть тебе к лицу. Вызываю токи! Ты чё думаешь, блять? Ребят, когда вы откроете толковый словарь на фразе «перестрелка двух идиотов», вы увидите эту сцену там. От меня никто не скрывается. Слишком поздно. На колени предо мной. Блять, она слишком быстро двигается. Я думаю... Не можешь один шар не засосет меня. А это был не один шар, к сожалению. Привлекательная награда. Попробуй-ка занерфить. Вот этого. Все системы пройдут. Ага. Ну минус хомячье. Блять, опять это паскуда теперь меня там ищет. Бля, но я не хочу менять снайперскую позицию. Мне там хорошо, тепло, уютно. О, блять. Твое время еще не пришло. Осталось 30 секунд. Я знаю, откуда он вылезет. Ребят, сзади, блядь, чучело это убейте. У нас ливер. Ну или я думаю, человек просто вылетел. Причем это нормально, не дотащить здесь до второй точки, потому что это пиздец какой-то. Этот мост, блядь, это просто неприступное дерьмо. Хоть ты справа, хоть ты слева, хоть ты сбоку на него зайди, это просто неприступное дерьмище. Один выстрел, один труп. Амели. Как я в тебе ошибалась? Вся твоя жизнь ошибка. Атака начнется через 30 секунд. После восстания мир изменился. И ему уже давно не хватает хорошей встряски. Мне не терпится начать бой! Ебать он модник. 5, 4, 3, 2, 1. Атака началась. Захватите объект А. Сделайте глубокий вдох. А теперь будьте побить. Не, я тут. Я здесь. Я смешно здесь делать не смогу. Оп! Я чуть-чуть в бок. Капельку. Отлично.
Селяви. Вы, блядь, издеваетесь, что ли? Как глупо. Хуёки. Ленчик, здорово. Не умирает. А, блядь, а я что, не проживу тут с таким количеством хп? Вы чё? Не, это я, конечно, сделаю вам, ребят, но вы, пожалуйста... Сделайте! Не получится. Нельзя играть в рейтинг. На кроссплатформе. Даже на моем рейтинге. Блять, у нас то... О, боже! Мойра, к вашим услугам. Топает, малыш. А! Вышел на поле. Спасти Свинстона. Свинстон, я спасу тебя. Тушкой на 175 хп. А, эта штука прям здесь стояла. Тройное. Давай-ка еще раз. Оу. Осталось 30 секунд. Время уходит! Я в атаку! От меня никто не скрывается. А, я смогу, я продержу вам точку, сука. Ну, естественно, блядь. Это я там вылез, короче, вот. Прам. Сука. Я уже в какой-то момент поверил в свои силы. Так. Блять, даже спортом некогда заняться. Приходится, блядь, их и раскликиванием заниматься. Минус 19 дали. Один выстрел. Один. Двойное убийство. Тройное убийство. Двойное убийство. Четыре убийства, пять убийств, шесть убийств. Двойное убийство.
Тройное убийство. 4 убийств. 5 убийств. 6 убийств. Двойное, тройное убийство, 4 убийства, 5 убийств. И именно в этот момент я не зарядился. Двойное, тройное убийство, 4 убийства, 5 убийств. Призики. Тут есть еще более высокая позиция? Есть. Только отсюда уже до некоторых просто физически не достать. А, это еще и пещера. Я только сейчас это понял, что мы, оказывается, блядь, еще и закрыты немножко. Нахры. Вы прибываете в Ханаму. Приготовьтесь к обороне. Выберите героя. Да, что-то у тебя интернет прям туда-сюда тебя караёбит, я вижу. Выстрел, один труп. О, мы уже, кстати, 3 игры отыграли, ё-моё. Блять, еще 8 нету, ё-перный театр. 30 секунд до атаки. Истинное противостояние в конкуренции идей. Ребят, нас обходят! У меня 8 хп. Серебро по урону при такой стрельбе, блядь. Груби. Привлекательная награда. Я иду, я сейчас к вам приду, ребят. Покажи головку. От меня никто не покажу, как надо.
Агрессивные ублюдки. Не на моей смене. Я сказал, блядь. Ты имеешь в виду урон по героям? Это урон за игру. Перегрузка! Это кто сейчас хуйнул? Это средь, это, блядь, за игру. Ебать. А. Это сколько урона за игру? Эту игру конкретно. Счет как-то то, что пошло. Второе место по урону за игру в твоей команде. Относительно первого места. Странные вопросы, блять, у кого просто больше урона в команде? Я просто понимаю, это неужели не очевидно? В команде. Один выстрел. Почему я это сразу понял, как увидел? Чего пялишься? Реально, а что это еще может значить? Бронзовая медалька. Ладно. Атака начнется через 30 секунд. Вот это команда! Мы вместе город свернем! У меня больше другая проблема. У меня 56%... Стоп, 56% меткости. При среднем проценте 49, это значит, что я неплох. Но одно критическое попадание. Да нет никаких рангов. Просто кто больше надамажил, того и золото. В этом весь смысл. Да, а я не читаю про Лола. Я прям чувствовал, тут надо добивать. Чпок. Блядь, да что ж ты такой неспокойный? Да отъебись ты от объекта! Не, блядь, надо просто усраться. Блядь, они...
Мы вшестером не смогли, стоя на точке, блядь, при всех мертвых, захватить точку. А вот и я. А, потому что я играю... Блядь. Вижу вражескую цель. От меня никто не скроется. Американцы. Пиндосы. А, сейчас насуют. Так-то лучше. Закончите уже этот ебаный захват. Системы выполнены. Блять, она меня походу по запаху страха нашла. Чучело. Но, Дэвид Блейн. Но, Дэвид Блейн. Через 20 секунд он додумался, а может туда можно прыгнуть? От меня никто не скроется. Ай! Да, ёп! На колени предо мной! Проклятие! До конца, блядь! До конца, нахуй! А, теперь уже двое людей додумали, что туда можно прыгнуть. Потому что похуй, где юзать мою ульту. Потому что у этого персонажа нет ульты. Поэтому ее можно юзать даже мертвым, если бы была такая возможность. Толк от нее все равно будет примерно однохуйственный. А, у женщина какая опасная. Так-то лучше. Как говорил мой друг, саппортов фокусите, саппортов, блять, я зафокусил саппортов. Работайте теперь, пожалуйста, все остальные в этой игре. Так-то лучше. А! Благодарю. Осталось. Зафокусили саппортом. Где остальная работа всей остальной команды? На чем мы остановились? Пойду напишу разрабам, что они могут скачивать ВХ. Откуда скачивать? Куда скачивать? Зачем скачивать?
Пойду напишу разрабам, что они могут скачивать ВХ, ибо он тут юзлес. Лучший момент матча. Тем временем счет сегодня уже 2-2. Блять, меня хвалят за спортивный дух, нахуй. Он тут, он без шуток, он тут юзлес. Тебя забанят, но он тут, блядь, юзлес. Я буду до этого до конца стоять. Он может, знаешь, он настолько, блядь, суицидальный, я хотел сказать. Это настолько ситуативное говно, что я просто... О, боже. Что это? Это ароматное харчо? Что, простите? Не, молот это все, это там... Так, надо эту игру выиграть. Давайте не будем падать ниже 800. 800 это... 800... 30 это где-то вот мой рейтинг. Нано Кирилл. Нет, серьезно, если ты, блядь, скачаешь себе ВХ, блядь, и поставишь его, и будешь его юзать, никто, блядь, не заметит. Никто, блядь, никогда. Потому что здесь в этой игре, ну, минимум двое, блядь, чуваков, которые, если не трое, я вот третьего только не помню, ага, которые могут, могут сквозь стену смотреть. И только, блядь, у этого персонажа это ульта. Полезно, стильно, модно, молодежно. Спорим, они сюда пойдут. 3, 2, 1. Начинается атака. Защищайте объект А. Проклятие. А говорят, рыцарей больше нет. Он очень каленый! Он просто убер каленый! Джонни Синса убейте, блядь! Пурютин, это прям идеально. Тебе достаточно этой информации? Я просто этим... нет, я вру, смотри. Я сейчас тебе... Сейчас раунд закончится, и тебе точно скажу, на какое расстояние стрелять. Я тебе там точно сейчас цифры скажу. Ай, блядь, я в солдата не попал, в стоячего, да ты тварь. Ну... Я это даже не буду оправдывать тем, что по мне стреляли двое. Блять, их там уже пятеро. Народ! Делайте что-нибудь. Я не хочу проигрывать эту игру. Блять, он под бессмертие встал. Паскуда! Покоритесь моей воле!
Защитили, что ли? Военком, блядь, я убил военком. Сука, ебучий с... Почему во всех играх, где я играю на снайпере, есть, сука, стоящие, блядь, солдаты, и, сука, ни в одного из них я не могу попасть? Что за проклятый герой? Я не понимаю, почему я, блядь, мажу именно по этому говну? Сука, по Мойре, которая вот так вот, блядь, попадаю. По трейсер, который вот так вот попадаю, по солдату, блядь, не попадаю. Поэтому Джону Сину, блядь, даже попадал, блядь, по солдату нет. Ну, как? Как в смысле? Попадаю, но не хедшот. Секунду. Блять, время 8 вечера. Что происходит, блять? Метеор! Всем в атаку! От меня никто не скрывается. И ушел. Но я вижу усталость, потому что я уже ни по кому не попадаю. Я просто перед игрой не раскликался. Ноль убийств и банного солдата. Я все еще жив. 3, 2, 1. Давай, давай, давай. Челик вылетел. И опять в ноги куда-то, блядь, полетело. Осталась одна минута. Фу.
свидания. Меня в прицеле. Я тебя наконец-то! С9. А, у них Ливер не вернулся! Да ладно, блядь, да ладно! Да ладно, блядь! У них, кстати, по-моему, оба ДДшника ливнули. Як? Ребят, давайте просто выиграем эту игру. Давайте просто ее выиграем, блядь. 5 в 4, вы ведь сможете сыграть? 3, 2, 1. 5 в 4. Я завлеку свою сеть. Не, 5 в 4. Ты... Вот ты как раз таки не умеешь считать. Блять, С9, уважаемые, блять. С9-очники. Куда он там прется? Ты знаешь мем С9 в Overwatch? Я покажу, как надо. Короче, ну не знаю даже, тут гуглить или нет. В общем, смысл в том, что команда играет, то ли... Играла, важно, играла. То ли в Overwatch Contenders, то ли еще вот... то ли в Windows контейнер, то ли еще что-то. В общем, смысл в том, что они просто уходили с груза. Просто, давайте постреляемся, блядь, и игру проигрывали. Итак, что самое интересное, это было несколько раз подряд.
никто не справится. Я тебе точно нравлюсь. То, что надо. Блять, ну у ребят реально там до конца гейминг. Давай такой просто идет. Заводите моторы. Давай я тебя приду. Достиг контрольный ключ. Блять, мерка там. Сука, уже мерка выходит воевать. Жалкое зрелище. Сейчас еще поборемся 3 минуты здесь. Или не поборемся. Не пошел, он, блядь, улетел наверх и не смог приземлиться обратно. Лучший момент. Но проблема в том, что у них просто челик вылетел. Так бы они нас разъебали, блядь, они нас вчетвером, блядь, до конца просто держали. Как последних сучек, блядь, вчетвером просто. Чел пытался до последнего держать, то типа, но вдруг вчетвером. Мы, кстати, один раз впятером победили. Ливнул один хил, и я на мерке, блядь, отыгрывал за 2 хилов. Плюс 18, блядь. Сучка. Рекорд сезона 946. Тогда была не надежда, что выйдем в 1000. Я, блядь, ни в одного не попал, блядь. Но я уже так играл, что, ну, я говорю, они в 5-4 играли. Ой, пойду я в Котр все-таки, блядь. Поиграю в этот ебаный. С прохождением. В общем, все, кто смотрели Overwatch, всем спасибо, ребят. А я... Хуя у меня денег. Не, серебро на этом персонаже я не апну никогда. 150 валюты. Охуеть. Потому что... Блять, да потому. Можно мне на главный экран выйти? Прости, 67 чего осталось? 167? Чё за Эло? Чего?
А, у тебя был вопрос, на какое расстояние пушка бьет? Сейчас, секунду. А, до серебра мне осталось 681 очко. Мне за победу прибавляют по 18. ПТС это зовутся. Так. Сейчас я тебе скажу, докуда пушка бьет. Урон от... Блять, никогда не покупать 21 на 9 мониторы, если вы стример, блять. Никогда нахуй в этой жизни не делайте этого. А урон от 3,6 до 12. Снижение урона начинается с... Блять, со скольки? Блять, это у нее дефолтный скин во втором овере? Вы че ебанулись? Что за срань, блять? Че за хуйня? Вы че, ебнутые, что ли? Разработчики. Это реально дефолтный скин? Совсем ебнутые. Ну, скины, конечно, во втором овере в большинстве случаев там какие-то вообще больные ублюдки делали. Блять, а где эта история вообще? Почему я все картинки вижу не на сайте в Overwatch, а где-то вообще в жопе? Так, как язык выбрать? Ладно, по-моему, это здесь есть. Понятно, нету этого здесь. Блять. Я же не все комиксы прочитал, точно. Или все? Нет, не все. Потому что эта идея, по идее, инфа из комиксов. Так. Так, нет, стоп. Во, нашел. Блять, а где дистанция? Ёбаный в рот. Все, у меня хватает. Ладно, короче, там где-то на расстоянии 10 метров она наносит 12 единиц урона. На расстоянии в 20 метров она наносит 3 единицы урона. Поэтому стрелять с этого говна смысла нет даже в упор иногда. Как я понял на своем друге, который... стреляет, блять, по мне, я ему хедшоты ставлю. Это было на прошлом стриме. Я говорю, тренируйся, блять, стрелять в упор с прицела. Он такой... ладно, все, в общем, я пошел играть в замечательную, блять, Котор. Все, минут через 5 минут рестарчу стрим.